Приготовим пиццу. В миску выливаем кефир, добавляем соль, соду. Хорошенько все перемешиваем. Постепенно насыпаем муку. Добавляем оливковое масло. И замешиваем тесто для пиццы. Тесто накрываем пленкой и убираем в сторону. Хорошо смазываем форму оливковым маслом. Выкладываем тесто и растягиваем по всей поверхности. Смазываем тесто кетчупом с майонезом. И выкладываем ваши любимые ингредиенты. Я взял колбасу, оливки, маслины и помидоры. Сверху обильно посыпаем сыром. Ставим в разогретую духовку на 15 минут. Наша пицца готова, она получилась мягкая и сочная. Всем спасибо за просмотр!